случайные зрители, если вы еще не подписались на наш канал, обязательно подпишитесь. Сегодня у нас очередной обзор на рыбку меченосец, а если быть точнее, то это уже третий обзор. Первый раз у нас был обзор на меченосцев общий, второй больше мы там демонстрировали меченосца черного. В этот раз мы хотим продемонстрировать, показать всем вам, кто такой меченосец радужный. Смысла, я думаю, особого нет про них много рассказывать, потому что все самое важное о них уже сказано, но немножечко хотелось бы вспомнить, напомнить, кто это такие вообще меченосцы. Максимальный размер их 8-10 сантиметров. Как видите, сейчас перед вами достаточно крупные меченосцы, уже достигшие этого размера. То есть они уже взрослые такие особи, более-менее. Минимальный объем аквариума 30-40 литров на пару. Ну, конечно же, они нуждаются в чистой воде с температурой примерно 20-27 градусов и кислотностью 7,8. Меченосец радужный – это селекционная форма зеленого меченосца. В уходе и содержании ничем не отличается от своих сородичей. При оформлении аквариума не забывайте учитывать, что меченосцы нуждаются как в густых водных зарослях, так и в достаточно свободном месте пространстве, то есть для плавания. Рыбка меченосец радужная, как и другие меченосцы, живородящая рыбка, она просто вообще элементарное содержание и уходе, отлично подходит для начинающих аквариумистов. И на этом, наверное, и все, что мне хотелось бы сегодня вам об этом сказать. А дальше я вам предлагаю посмотреть, полюбоваться этой рыбкой под хорошую мелодичную музыку. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, задавайте вопросы. Прошу других зрителей комментировать, отвечать, помогать мне отвечать на вопросы зрителей нашего канала. Всего вам доброго, до новых встреч, до свидания. Обязательно подпишитесь на наш канал. Ra 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 ra